Leone è un satanista, una creatura spinta da un'oscura sete di sangue. Ci dispiace averla dovuta disturbare, signorina Caldwell, ma lei capisce il regolamento. Le stavo dicendo, signorina, i bagagli sono arrivati oggi, col treno delle 16:15. Ecco, vede? Destinatario Jenny Ascot Monsegni. E poiché il destinatario è defunto, è il regolamento, capisci? Sì, insomma, tocca al parente più prossimo controllare il contenuto, eventualmente. Su, dai, apri. Il caso deve rilasciarci il regolare ricevuto. Ecco, dimmi qui. È il regolamento, sai. Ma, signorina! Ну хорошо. Я все могу объяснить. Я вам расскажу, если вы пообещаете, что все останется между нами. Тогда я был на реке не один. Со мной была девушка. Она испугалась, и я подумал, что это ее обычный трюк. Она все придумала, чтобы отвлечь меня. Нож, там был нож. Я его видела. Где? Я не хотел ей верить. Но потом я услышал новости по радио. И помчался туда, как идиот. Вот и все. Элизабет Секклс. Да. Племянница полковника Дугласа Секклса. Я должен буду ее допросить? Не волнуйтесь, я никому ничего не скажу, но это может помочь расследованию. Она видела тени, блеск ножа. Как это может помочь расследованию? Кажется, от ваших показаний у нас больше проблем, чем помощи. И у вас, и у меня. Я могу поговорить с мистером Брайантом? Мой отец только что уехал. А я говорю с Дженнет? Да, это я. Я так и думал. Это Барнаби Эдмонс, отец Хелен. Извините, я не узнала ваш голос. Хелен поручила мне спросить вас, не могли бы вы ей одолжить учебник по итальянскому? Слово она потеряла, а у нее завтра экзамен. Я у вашего дома. Вы не могли бы его вынести? Да, конечно, сейчас.
Francesca! Aiuto!